Здравствуйте, в эфире «Антиновости», и хотелось бы выразить соболезнования всем болельщикам нашей сборной по футболу. И поблагодарить Слуцкого, потому как бесплатно работать с такой командой – это достойный поступок. И в доказательство видео, которое охарактеризует все матчи нашей сборной. He starts off quite calm, that's quite calm. He's getting a bit worked up. This is the first goal, isn't it? The goal's gone in. He's getting out of control, so he has a word with himself. He's just about to have it. Now he's having a word with himself, calming himself down. I think he's sorted. No, he's gone again. He's gone again. He's right, it was terrible defending. He's gone again. Глава Бурятии отчитался о работе за 2015 год. На сессии Народного Хурала был заслужен отчет Вячеслава Наговицына о деятельности за минувший год. Глава заявил, что в основном удалось решить поставленные задачи. Ну, вкратце скажу, что почти по всем фронтам у нас в республике рост. Да, небольшой, 1-2%, но рост. Это что касается всевозможной промышленности и малого бизнеса. Что касается туризма, то тут у нас тоже подъем. 12 компаний-резидентов все еще, спасибо Всевышнему, хотят что-то построить на территории Байкала, и народ просто прет к нам в регион, правда только из Монголии и Китая, и не по причине туризма, но все равно заслугу приписывают именно туризму. Соцподдержка населения тоже на уровне, кому нужны квартиры, они выделяются. Не уточняли, какие конкретно квартиры, конечно, но ведь выделяются же. На рынке труда был разработан и реализован план мероприятий по трудоустройству высвобождаемых работников предприятий и организаций, который позволил трудоустроить свыше 60% работников, уволенных по сокращению. Это, я так понимаю, тоже достижение. В здравоохранении у нас вообще молодцы. По оценке, средняя продолжительность жизни в Бурятии увеличилась на 0,9 года. И еще много по каким критериям отчитался Вячеслав Владимирович. И везде у нас работа налицо, ну скажем так, не сидели сложа руки, судя по отчету. Можете сами перечитать, весь этот отчет есть в сети в свободном доступе. Единственное, что мне показалось странным, так это то, что в большинстве своем за так называемые плюсы и хорошо проделанную работу в этом отчете представлены факты, ну, скажем так, исправление своей плохой работы. Сейчас объясню свою мысль. Ну вот, к примеру, все знали, что будет кризис, но бездействовали, и поэтому без работы оказалось, скажем, 1000 человек. Правительству, конечно, пришлось их трудоустроить, вводить программы там всякие, переобучения и так далее и тому подобное, чтобы уровень безработицы в конце года не зашкаливал. И это достижение. Вот мне кажется, что если бы вы хорошо поработали, то вы бы предусмотрели такое сильное обстоятельство. Оно ведь было очевидно. Тут студенту понятно, что в кризис работников сокращают. И заранее бы подготовились, сделав так, чтобы эти высвобождаемые работники сами высвободились, потому как появилась альтернатива. Лесные пожары. Ну вот мы с ними боремся, удалось столько-то потушить, справились, хорошо поработали. А может, их и не должно было быть изначально, и вот это хорошо поработали? А засуха? Нет зерна и корма для скота? Справились, реагировали и так далее и тому подобное. Да вы заранее должны были иметь эти запасы на такие случаи. За год, за два, я не знаю. Ну или как-то предсказать эту засуху. Но буду честен. Таких случаев в отчете было немного, но они мне лично бросились в глаза. Конечно, там полно цифр и не совсем понятно, хорошо это, когда 516 семей, имеющих 3 и более детей, бесплатно получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства, или плохо. Ведь не говорится, сколько не получили. И в этом, мне кажется, ошибка подобных отчетов. Они как пустая информация. Зачем отчитываться, если нет полной картины происходящего? Ну вот, к примеру, в 2015 году обеспечено жильем 255 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А, предположим, 1000 еще ждут своей очереди. И вот сразу становится понятно, как вы отработали в 2015 году. А то, ну правда, ну как-то однобоко, что ли. Нужно уметь отчитываться не только о заслугах. Сити-менеджером Улан-Удэ стал, кто бы вы думали, Александр Аишеев. Да не, на самом деле, вообще никакой интриги и скандалов, все ожидаемо. На сессии горсовета Улан-Удэ депутаты выбрали сити-менеджера. Им ожидаемо стал председатель комитета по бюджету администрации Улан-Удэ Александр Аишеев, за которого отдали свои голоса 22 депутата. Его соперник Александр Халбаев получил поддержку лишь 4 депутатов. Сам новоиспеченный сити-менеджер тоже отреагировал на это спокойно, без, как он сам выражается, эйфории. И очень здраво оценивая ситуацию, и скажу честно, это и подкупает. Цитата. «Время трудное. Скажем так, антикризисный менеджер. Держаться. По возможности обеспечить небольшое развитие на ближайшее время. Я представляю, на что иду. Куда.
Есть много проблем, куда ни коснись, но будем работать коллективом. Еще раз поздравляем с победой, желаем вам успехов в труде, ведь именно от ваших трудовых успехов теперь будет зависеть хозяйственный успех города. Ну а вашему сопернику Александру Халбаеву хотелось бы напомнить, что главное не победа, а участие. Хотя, я думаю, он и так это знает. Есть. За вас проголосовало всего 4 человека. Честно, обидно? Нет, не обидно. Зато я знаю, что за меня проголосовали. Народный Урал Бурятии хотят сокращать. Инициативу по сокращению числа депутатов озвучил Комитет по социальной политике. Соответствующий законопроект внесен на сентябрьскую сессию. Пока еще непонятно, насколько сокращать. Не, изначально до 50, но все ведь может измениться после сессии. Почему хотят сокращать и кого именно? Но опасения уже высказали сами депутаты. Ну а кто еще-то? И как бы я понимаю их опасения. Если закон будет принят, то в будущем на политическом небосклоне нашей республики партии будут представлены хуже. Если по навигационной системе сравнивать, то не повторим ли мы судьбу компартии, где монополия, там и застой, заявил Борис Батоев. Но я так понимаю, отчасти этот законопроект и принимается, так сказать, чтобы разногласий и недовольных было поменьше. Ну или, о чудо, во главе всего экономия. Ну если так, то браво, что сказать. Кстати, до сентябрьской сессии еще далеко, поэтому предлагаю в комментариях к этому выпуску, все, кто смотрит это в интернете, оставьте комментарий на сколько вы бы сократили Хурал и сократили бы вообще. Ну а в конце видео с берегов YouTube. Стереть!